Открыли ее 20 декабря. За это время на ярмарке побывало более 19 тысяч человек. Свою продукцию здесь представили 11 предприятий из Краснодара, Тимашевска, а также анапские предприниматели. Ассортимент достаточно широк. От новогодней атрибутики, рукоделия до кондитерских изделий и продукции анапских виноделов. Особенностями этого года стало размещение на площади детских аттракционов и единое световое оформление ярмарки, что позволило значительно продлить часы работы.